Добрый день, дорогие слушатели! Тема сегодняшней лекции – методологические проблемы современной литературной критики. Мы сегодня рассмотрим проблемы самоопределения методологии литературной критики. Поговорим об этапах становления этой области филологии, перспективах развития истории и теории литературной критики. Проблемы становления современного онтологического статуса критики рассмотрим на фоне аналогичных проблем в истории литературы и литературной теории. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Первый. Переоценка методологии литературной критики в 21 веке. Второй. Соотношение методологии литературы с методологией критики. Третье. Общие методологические проблемы литературной критики и смежных наук. Четвертое. Литературная критика и современный литературный процесс. Русская литературная критика в ситуации реорганизации рубежа 20-21 веков. Современная русская литературная критика с конца XX века находится в состоянии размежевания с историей и теорией литературы. Определение самостоятельного статуса литературной критики совпал по времени с аналогичными задачами, которые решают сегодня история и теория литературы, наиболее близкие литературной критике дисциплины. Это довольно длительный и неоднозначный процесс. Успешное осуществление поставленных перед данными дисциплинами задач зависит от состояния общенаучной методологии. Существует известное высказывание о дискуссионности филологии в целом, о невозможности подвести под общий знаменатель разные ее отрасли и направления. Однако общая методологическая база литературной критики позволит установить научный диалог между разными звеньями общего литературного процесса. В этом видится перспективность и актуальность создания подобной базы. Литературная критика в момент филологического взрыва. Этот процесс начался с переходом литературной критики в России с политического кода на культурологический. Он освободил критику от общенаучной социалистической методологии. Рубеж 20-21 века, по словам Лотмана, отмечен взрывом в филологии. Теоретики литературы уделяли особое внимание проблеме переоценки литературной методологии, так как методология литературной критики не была самостоятельной и рассматривалась как область литературоведения. Исследование теории критики носило выборочный характер, рассматривалось при решении общих задач теоретической поэтики. История критики и теория критики в ситуации неравенства. Литературная критика состоит из двух основных разделов – истории критики и теории, которые развивались неоднородно. Теоретики отдавали предпочтение истории критики. Однако история критики нуждается в обновлении, определении своего статуса. Ей также предстоит решение общих методологических задач с теорией критики. Конец XX века показал всю сложность этого процесса самоопределения. Теория литературной критики долгое время была областью философии,
литературной публицистики, теории словесности. Пока еще остается спорным вопрос о форме взаимодействия теории критики с теорией литературы. На разных этапах литературного процесса преимущество имела то одна, то другая область филологии. Критический анализ литературного произведения опирается на теоретические аспекты художественного текста. Критика между наукой и чтением. Эссеистика, разновидность критики, представляет собой опыт субъективного восприятия произведения и не претендует на строгую научность. Первоначально критика стала формироваться на страницах журналов, поэтому ее считали областью журналистики. Современная литературная критика отличается многонаправленностью. Она бывает профессиональной, писательской, читательской. Эти отрасли литературной критики отличаются друг от друга. Их трудно подвести под общую методологическую основу. Особенно популярна в XX веке эссеистика. Художественное произведение становится поводом для раздумий по различным окололитературным проблемам. По мнению семиолога Барта, литературная критика занимает промежуточное положение между наукой и чтением. В современной критике на Западе популярны работы, написанные под влиянием психоанализа. Критика в борьбе за метод. Литературная критика тесно связана с историей литературы. Однако теоретики литературы Хализев, Башт, Захаров и другие высказывают мнение, что еще не созданы фундаментальные учебники по истории русской литературы. Предмет и задачи литературной критики отличаются от литературной теории и истории. Борьбу за метод русская литературная критика вела в сложные исторические периоды жизни России. Особо самобытным и трагическим в этом отношении был XX век. Нормативность русской критики XVIII века. Формирование русской литературной критики в России началось в XVIII веке. Критические работы уже в XVIII веке писали философы и публицисты, писатели и журналисты. Тогда же был заложен ее терминологический аппарат. Слово «критик» впервые употребил Антиох Кантемир в «Сатире о воспитании». В литературный обиход слово «критика» вошло с середины XIX века. Уже в XVIII веке происходит формирование критики, понимание ее задач. Предметом критики становится художественный текст, но он анализируется как произведение словесности с лингвостилистической или же рационалистической позиции. Основное внимание уделяется погрешностям языка. Таким был подход к анализу текста у Ломоносова и Сумарокова. Критика текста художественной литературы в XVIII веке. Художественный текст не рассматривается как эстетический феномен. Основным принципом критики XVIII века была нормативность. Литературные лингвистические термины и понятия употреблялись в критических статьях, которые объединили критические суждения с широким спектром словесности. Это был период укрепления государства, его национального самоопределения во всех областях знаний. Подобный этап русская литературная критика проходит и в XXI веке. Профессиональная критика в XIX веке. Писатели и читатели. В начале XIX века критика стала профессиональной. В статьях авторов Белинский, Чернышевский, Добролюбов сформировались отдельные направления,
которые соперничали между собой. Также в XIX веке получила развитие писательская критика – Пушкин, Гончаров, Мережковский. Писатели в свободной форме выражали свое отношение к художественному тексту, отрицали нормативность методологии критики. Критические статьи писали авторы, философы, политики, социологи, журналисты, искусствоведы. Поэтому критика XIX – начала XX веков может называться метакритикой. Такую критику можно называть и окололитературной. Публицистика, статьи «На злобу дня» были обращены к широкой читательской публике. Они не претендовали на высокий научный статус. Критика рубежа XIX-XX веков. Каждый сам себе голова. В конце XIX – начале XX века складываются многочисленные литературно-критические модернистические школы, каждая из которых отличается собственным теоретическим и терминологическим аппаратом, утверждает исключительность своего метода. Массовая журнальная фельетонная критика характеризуется отсутствием нормативности и стилистическим многообразием. Писатели в свободной форме выражали свое отношение к художественному тексту, отрицали нормативность методологии критики. Принудительное соподчинение. В советской филологии начала XX века критика была подчинена литературной теории. Та, в свою очередь, была подчинена общенаучной социалистической методологии. Этот процесс принудительного соподчинения в 30-х-50-х годах сформировал абсурдное суждение об улитарности словесности. В таких условиях только немногие ученые брали на себя смелость заниматься теоретическими проблемами и отстаивать свои позиции. Таким филологом был Николай Кирьякович Пиксанов. Творческая биография. Метод Николая Пиксанова. В 20-х годах 20 века Пиксанов предпринял первую попытку создания методологии литературной критики. Он создал концепцию творческой биографии. Пиксанов занимался проблемами текстологии и методологии литературоведения. Ученый внес существенный вклад в литературную теорию. Пиксанов заменил популярный на Запад биографический метод творческой биографии. Метод предполагал исследование факторов, под влиянием которых создавался художественный текст. В дальнейшем эта концепция легла в основу нового направления литературной теории генетического литературоведения в России. Однако Пиксанов не выделял в своих работах проблемы методологии и критики в отдельную область, а рассматривал их в аспектах литературной теории. Литературная критика в период Красного десятилетия. Война 1941-45 годов, тяжелые потери и особая эйфория, вызванная победой, усилила политический контроль в науке. Это было неблагоприятное время для дальнейшей работы в области теории и истории критики. Не писались серьезные критические работы, не решались методологические задачи. Строгая сталинская цензура контролировала литературный процесс. Многие журналы были запрещены, а в тех, которые оставались печатными, критические образы агитационного характера, обращенные к массовому читателю. Критические работы не были научными, прославляли успехи социализма. По этим и многим другим причинам серьезные критики становились внутренними диссидентами. Между критическими содружествами не было строгой координации в области рецензирования литературной продукции,
что также не способствовало сохранению накопленного в XIX веке критического наследия. Методология критики в период оттепели. Вопросами методологии литературной критики и поиску новых форм общения с читателем теоретики занимались в период оттепели в 60-е годы XX века. В этот период кратковременной хрущевской оттепели в критике обозначилось стремление обращения к богатому опыту XIX века. Дискуссии выносились на обсуждение читательской публики. В литературной критике наметилась свободная форма общения с читателем. Получила распространение и читательская критика, которая была откликом на произведения литературы, включалась в литературные споры. Читательская критика не была профессиональной, но помещалась в литературных альманахах, так как способствовала привлечению читателей к печатному слову. Интерес к литературе постепенно снижался. Методология критики и старое литературоведение. Общенаучный социалистический метод застойного времени не способствовал разработке методологии критики и литературы. Многие ведущие филологи и теоретики стали заниматься прикладным литературоведением, собиранием и подготовкой изданий книг, текстологической работой. Академик Алексей Сергеевич Бушмин высказал типичное для того времени отношение к литературной критике. Старое научное литературоведение нередко отлучало ее от науки. По более справедливым понятиям нашего времени, литературная критика, в принципе, совпадает с литературоведением в широком смысле слова, с его основными слагаемыми – историей литературы и теорией литературы. Является тем же литературоведением, но обращенным к современному литературному движению. Борьба за создание автономной методологии критики в 70-е годы XX века. 70-е годы XX века были наиболее активными в борьбе за создание автономной методологической платформы. Они отмечены тенденцией обращения к нравственному потенциалу русской классики. Создавались классификации общей литературной критики, шла борьба за метод. Борев, автор предложенной ниже классификации, считал, что границы между литературной теорией и историей литературы подвижны. Понимал недостаточность созданной им классификации, которая может иметь и другие подходы. Однако на то время это был существенный прорыв в решении проблем методологии критики. Юрий Борев о методологии литературной критики. Борев выделил 10 отличий данной области, которые при всех их недостатках доказывали научный потенциал критики. Они следующие. Различие в форме мышления. Литературная теория – сфера научного мышления. Критика – синтез научного и художественного мышления. Различие в предмете анализа. Литературная теория исследует устоявшиеся художественные явления, которые имеют позитивную сущность. Критика оперативна, исследует весь поток, в который входят как шедевры, так и малоизвестные произведения. Различия в акцентах при анализе предмета. Литературная теория изучает историко-литературное развитие, критика – преимущественно современный художественный процесс. В оценке произведений прошлого соотносит их с настоящим. Различия в соотношении анализа и оценки. Теория литературы анализирует оцененное. Критика оценивает анализируемое. Различия в характере связи с современностью.
Литературная теория тяготеет к академизму, критика к оперативности, публицистичности. Различия в подходе к аудитории. Теория литературы обращена к специалистам, критика к широкой аудитории. Она делает акцент на массовость, популярность. Различия в способе хранения результатов анализа. Литературная теория претендует на долгое хранение своих достижений. Критика не рассчитывает на долговечность. Различия в контексте анализа. Литературная теория рассматривает произведение в контексте культуры. Критика стремится постичь произведение в контексте литературы. Различия в контексте бытования. Теория литературы рассматривает свое существование в науке, критика в контексте искусствоведения. Различия в сфере определения результатов. Важнейшие результаты литературной теории закрепляются в эстетике, важнейшие результаты критического анализа в литературной теории. Методология теории и истории литературной критики в 70-80-е годы XX века. Проблемами методологии литературной критики в 1970-1980-е годы занималась большая группа филологов – Баранов, Борев, Бочаров, Бушмин и другие. В 80-е годы XX века отмечены спадом интереса исследователей к проблемам методологии критики. Наступил всеобщий кризис, обозначенный крахом тоталитарного режима в стране. Критика включилась в борьбу за поиски путей развития литературной мысли в России. Разные взгляды на эти пути породили не только новые критические группировки, неославянофилы, неозападники, но и видоизменили критические подходы по месту локации – медиакритика, сетевая критика, телевизионная. В высших учебных заведениях страны шло преподавание предмета литературной критики в прежних рамках и установках. Такой разрыв между критической практикой, пущенной в свободное информативное поле, и академической критикой не способствовал решению проблем методологического характера. Смена научной ориентации в методологии литературной критики. Если предметом избирательного интереса отмечена история русской критики, то ее теория все еще не описана должным научным образом. Такое положение вызвано определенными причинами. Первое. Переходные периоды литературного процесса 1950-1960-е годы, 1980-1990-е годы. Критика формировалась на страницах острой журнальной борьбы. Она определяла общественное мнение в оппозиционных журналах «Новый мир», «Октябрь», «Молодая гвардия». С конца 90-х годов XX века критика перестает быть центром идеологической борьбы. Вторая причина – происходит смена ценностной ориентации в литературе и критике. Этот период отмечен индивидуальными творческими поисками в литературе и критике. Третье – утрачена советская методология, новая не создана. Четвертое. Отсутствует четкая классификация и координация литературно-критической профессиональной деятельности. Пятое. В теоретическом определении нуждается отдельная критическая форма – журнальная, газетная, телевизионная, сетевая, которые отличаются жанровым, стилистическим и терминологическим многообразием. Шестое. Литературная критика не имеет своего терминологического аппарата. Пользуется терминами литературной теории, эстетики, философии, публицистики.
С конца XX века в литературную теорию стали активно проникать западные термины и понятия, ранее запрещенные советской методологией. Они нуждаются в регламентации. Спад читательского интереса в конце XX века и проблемы методологии критики. В новейшей теоретической поэтике только намечается попытка размежевания терминологического и методологического аппарата между, собственно, критическими, литературными, публицистическими и философскими понятиями. Конец XX века отмечен общим спадом читательского интереса. Проблема сохранения читателя становится одной из главных тем критиков. Критика, как всегда, предпочитает решать оперативные задачи. На страницах журналов обсуждаются вопросы текущей литературы, уделяется внимание обсуждению наиболее популярных и интересных читателю произведений. Отметим и общую для многих критических работ тенденцию на переориентацию в пользу читательского интереса. Художественная практика новейшей русской литературы усложнилась вводом большого количества новых авторов, поэтому критические работы стали носить более публицистический характер, рассчитанный на массового читателя. Литературные новинки часто появлялись на страницах периодики, там же и получали критическое освещение. Общие проблемы реорганизации критической методологии были малоинтересны массовому читателю. Литературная критика XIX века также находилась в процессе самоопределения и борьбы за читателя. Но в конце XX века вынуждена констатировать отсутствие читательского интереса. Методология критики в период смены поколений. Литературная критика сегодня не образует единое направление. Она представляет разные течения. Критики высказывают противоречивые взгляды на решение общих задач. Это положение имеет целый ряд причин, одной из которых является смена поколений критиков. Многие представители старшего поколения, работавшие в советский период, уходят со страниц критических альманахов и журналов. Приходит молодая смена, ориентированная на западные образцы эссеистики. В 90-е годы XX века был накоплен большой теоретический опыт в области методологии филологии в целом. Хализев, Золотухина, Баршт. Однако методологические проблемы литературной критики все еще не получили должного развития. Говорухина вынуждена констатировать, литературная критика изучается в рамках прежних методологических парадигм, созданных в 1970-1980-е годы, период активного развития теории критики. Литературная критика и теория критики сегодня получили свободу самовыражения. Эта свобода сопряжена с целым рядом трудностей. Критика всегда опиралась на текущий литературный процесс, который в России перестал существовать в его традиционном понимании. На фоне перестройки общественного сознания, перехода страны на новые демократические позиции, менялось и отношение к критическому слову. Оно перестало быть главным, необходимым, каким было в читающей России XIX века. На первый план в духовном возрождении нации сегодня выходит не литература, а культура. Никто не хочет договариваться. Новейшая русская литература стала пестрой и неоднозначной. Свободно печатаются произведения, которые не отличаются высокой степенью художественности.
Поэтому значительно сократились критические обзоры о современных писателях. Те, которые имеются, выборочны и схематичны. Под влиянием западных подходов, критики и ее теории происходит сближение критики и литературоведения. Эти процессы отражаются в периодике, журналах, альманахах. Особую трудность представляет положение, что пока не написан фундаментальный учебник по теории и истории русской литературной критики, который позволил бы представить общую картину функционирования критики в современном литературном процессе. Критические исследования направлены на создание работ по отдельным авторам. История русской литературной критики в ее современном изучении представлена фрагментарно. Многие ее направления нуждаются в освобождении от критических штампов, отживших терминах. Новая терминология науки носит компромиссный характер. Это общее положение, характерное и для литературной теории. Немзер отметил, никто не хочет договариваться о термине, устанавливать единую систему критериев, читать и описывать свои и чужие тексты в рамках более или менее единого подхода. Отсутствие единой системы терминологии критик считается негативным явлением. Данное положение касается не только проблем литературной критики XX века, советского периода, но и золотого XIX века. Бытует достаточно распространенное среди исследователей мнение, что этот период русской критической мысли достаточно изучен. Он может интересовать исследователей лишь в историко-функциональном значении. Проблемы исследования методологии литературной критики и перспективы ее самоопределения в XXI веке. Фонд критического наследия русских авторов достаточно обширен. Он нуждается в собирании и исследовании с новых деидеологизированных позиций. Многие авторы – Соловьев, Розанов, Бердяев, Флоренский, Мережковский, Гумилев – исследуются выборочно и с разных позиций. Между тем, ввод работ этих и многих других авторов в историю литературной критики должен учитывать их разную идеологическую, эстетическую и религиозную позиции. Отдельного подхода требует анализ целого пласта русской христианской критики, как и ввода в общий литературный фонд христианской литературы. Христианская критика Павла Флоренского искала нравственный идеал в один из самых сложных периодов русской истории. Критика Николая Бердяева испытывала сильное влияние богословия. Такой анализ позволит показать процесс национального самоопределения русской литературной критики. Следовательно, поможет разработке методологической стратегии. Такого же пересмотра требует критическое наследие известных советских критиков Егорова, Кулешова, Прозорова и других. Захаров писал по поводу взаимосвязи литературы и христианства. Советская литература обнаружила глубокую связь с предшествующей традицией, назвав многое из христианского идеала общечеловеческими гуманистическими ценностями. На методы литературной критики сегодня оказывают влияние смежные научные дисциплины, в которых происходят аналогичные процессы борьбы за сохранение науки и общая тенденция к научной интеграции, то есть использованию и внедрению в свою область достижений и методов других наук. Укажем на близкое родство в выборе методологических установок критики и эстетики литературной теории.
искусствоведения и общей поэтики. Критика соприкасается в методах исследования с многочисленными теориями текста, риторикой и герменевтикой, структурализмом. Основной задачей новейшей русской критики является проблема ее национального самоопределения в период интеграции русской гуманитарной науки в европейское теоретическое пространство. Эта задача не может быть решена в короткий срок. Проблема самоопределения русской критики должна исследоваться в комплексе вопросов общенаучной методологии, вопросов литературной теории и критической практики. Новейшая русская литературная критика исследует типологические и генетические связи с западноевропейскими и национальными традициями. Она развивает диалог с предшественниками и современниками, учитывает следующие положения: фоновая традиция, цитатность, заимствование, отталкивание и так далее. Итак, мы с вами изучили тему «Методологические проблемы современной литературной критики». История и теория русской литературной критики тесно связана с методологическими проблемами истории литературы и литературной теории. Методологическая база литературной критики позволит координировать литературно-критические работы разных направлений, отдельные творческие искания критиков.